Телеканал КРТ представляє. Я думаю, що дуже важливо зараз пояснити і громадянам, і лікарям з інших лікарень по всій Україні, що ця медична реформа, вона порушує права трудових колективів. І це дуже важливо, тому що у законодавстві там є конкретно пункт, якраз у цьому законі про колективні спори, що причиною цього спору є одностороння зміна умов праці, умов фінансування, таке інше. А медреформа – це фактично зміна умов фінансування. І ми бачимо, що саме зміна умов фінансування, вони просто скоротили у 2-3 рази фактично фінансування усіх лікарень. І це є об'єктивна, правильна причина цього конфлікту. І чисто в рамках законодавства кожна лікарня має право йти по цьому шляху. Це от я хочу, щоб ви розказали, щоб для інших лікарів та інших лікарень ця програма була як інструкцією до дій. Да, в действительности там ничего сложного нет с точки зрения юридической. План действий первое, второе, третье. Значит, оперирует законодательство таким понятием, как существенные условия труда. Существенные условия труда – это является график, режим, оплата труда, место работы. В действительности путем изменения и превращения предприятий из учреждений в коммунальное предприятие и осуществляются существенные условия труда, которые влекут за собой сокращение финансирования, штатов и определенное увеличение нагрузок тем, кто остался. Соответственно, коллективам необходимо провести конференции либо собрания. 50% трудового коллектива плюс один человек. Либо изложить свои требования письменно, собрав подписи. Необходимо четко изложить свои требования к тому органу, который является собственником. Как правило, я так розумію, ці вимоги повинні орієнтуватися на те, щоб фінансування залишилося на рівні 2019 року. Приблизно так. Либо увеличилось. Ну, мы хотя бы... То есть каждый коллектив индивидуально, да, у некоторых как бы финансирование увеличивается, но сокращается штат, да, у некоторых как бы может... Есть же различные манипуляции с увеличением финансирования. По бумаге чисто оно как бы увеличивается, а если учесть инфляцию, оно уменьшится. Или им увеличивают оклады, а снимают надбавки. То есть каждый коллектив индивидуально смотрит, как его обманули, а обманули всех при этой реформе, излагает на бумаге четкий перечень требований, что им не нравится и что они хотят улучшить. Подписывают, избирают представителя, это может быть профсоюзный орган на местах, однако профсоюзы частенько, особенно в регионах, давно подконтрольны власти, либо могут избрать отдельное лицо, либо комитет уполномоченное. То особо, які доверяют. Да, лицо, которым они доверяют, либо лиц, которые доверяют, которых уполномачивают представлять интересы. То есть эти лица берут требования, идут к органам власти, в подчинении которого находится это предприятие, учреждение, и выдвигают свои требования. Есть далее несколько способов. Есть примирительные комиссии, переговоры, службы примирения. Главное таким образом, во-первых, заблокировать, да, волюнтаристское одностороннее государственное изменение предприятий, чтобы с трудовыми коллективами начали считаться. И дальше путем переговоров, вы понимаете, еще проблема в том, что врачи бастовать по сути не могут, да, потому что они ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан, и этим пользуется власть. Mm-hmm. Однако они могут проводить предупредительные акции, могут проводить хождение по пешеходному переходу на выходных для того, чтобы заставить власть... Каким образом привернуть его до проблемы? Конечно, да. Чтобы заставить власть вступить в переговоры, открыть финансирование и удовлетворить требования трудовых коллективов. Або якщо потрібна дуже консультація детальна з цього приводу, я думаю, що можна через соціальні мережі, там Фейсбук, там ВКонтакті, таке інше, знайти Андрія Гожого, Дмитра Васильця, і ми надамо вже шлях для вирішення цього питання, яким чином ми це зробили, тобто аналіз, по суті, документів і закони, на які ссилаємося, і надамо пакет для того, щоб там кожен колектив зрозумів, як правильно відстоювати свої слова. Нічого я не переплутав з цього приводу. Ні, все правильно, оскільки наша глобальна ціль – остановити медицинську реформу з помощью трудового народу, з помощью людей, пацієнтів, ми її
обязаны остановить, если мы хотим, чтобы Украина и народ наш сохранились как государство живыми и здоровыми.